День аварий. Сентябрь в этом году в Кирове начался с резкого роста аварий на дорогах. Четверг на этой неделе вовсе рекордсмен. В разных районах города произошло 5 аварий, в которых пострадали 7 человек. Среди них есть дети. Причем ДТП, на которые вчера съезжались и кареты скорой помощи, и МЧС, сложно назвать легкими. Просто царапинами не обошлось. Машины буквально влетали в друг друга, в бордюры и даже в пассажирские автобусы. Определенно, кировские водители с приходом осени куда-то спешат. Громко удар. Одна из самых ярких аварий четверга. На перекрестке Октябрьского проспекта с улицы Милицейской одна иномарка врезается в другую. Столкновение было такой силы, что машины разлетелись в разные стороны. В итоге протаранили светофор и припаркованную «Ладу». А потом Nissan врезался в дерево. Кто куда хотел проскочить, будут выяснять в полиции. Сейчас изучают видео с регистратора. С аварией на улице Заводской все понятнее. Бесправник въехал в два автобуса. Повезло, что там не было пассажиров. Еще была авария на Воровского, Ленина, Милицейской на проезжей части. За день сбили 2 человек. Травмы получили дети. Сотрудники госавтоинспекции города Кирова призывают водителей транспортных средств пересмотреть летнюю манеру вождения в пользу снижения скорости автомобильного потока. Для того, чтобы успеть принять необходимые меры для предотвращения аварий. Исходя из ситуации, в эти дни ГИБДД усилили работу на дорогах. Утром и днем патрули стоят на пешеходных переходах у школ. В выходные в городе снова пройдут тотальные проверки водителей.